Всем привет, друзья! Сегодня мы отправляемся в очень интересное место. Мы едем в деревню Матросы и на берег реки Шуя, всем известная корейская речка. И там сегодня пройдет один из последних в этом сезоне сплавов на рафте по этой реке. Погода пасмурная, но это ничего. Это добавляет немножко экстрима в наше речное приключение. Так что отправляемся в деревню Матросы на сплав на рафте по реке Шуя. Вперед! Мы прибыли в деревню Матросы, и вместе с туристическим клубом «Чертов стул» мы договорились встретиться здесь. Вот я их жду, сейчас их представителя, он приедет на машине и заберет нас с вами на сплав. Поэтому ждем и наслаждаемся корейской природой, наслаждаемся этим замечательным дождиком, который капает мне на козырек кепочки. Но это ничего, это даже круче. Ну, представьте, какой сплав в солнце и в хорошую погоду. Это было бы слишком жарко, а так хорошо. И прохладно, и свежо, и бодренько, и ты не будешь расслабляться, и будешь постоянно в тонусе, и будешь держать весло крепче, чем обычно. Ну что, друзья, все собрались, мы заводим наши суперские гоночные автомобили и отправляемся за нашим организатором Ильей, он нам покажет дальше, что делать, так что вперед! Прямо сейчас предлагают уже переодеться в сплавное одеяние. У меня, например, дождевик уже на мне. И мне останется только накинуть еще дождевые штаны на мои обычные штаны, а кроссовки мои любимые, душевные, они так и останутся без укрытия. Итак, нам выдали спасательный жилет, я его уже застегнул, вот он. Выдали каску, если вдруг, не дай бог, придется выпасть из лодки, чтобы не повредить голову. Основной инструмент – это весло, его терять нельзя, им нужно гребсти. И сейчас мы будем погружаться в лодку уже, мы разбились на несколько команд и будем отправляться в сплав по реке Шуя. Что, отплываем? Взяли весла в руки, пиванишки, очень веселый порог, он будет длинный, будем его обходить влево и вправо рулить, я буду кричать, командовать вам, левый назад, правый назад, будем лавировать. Будет брызгать, вы не бойтесь, сильно не кричите, чтобы мне главное было вас слышно, и вы не слышали меня. Ну, давайте поглядим, что я взял, как это вижу вас. Вперед! Молодцы! Рез все вместе! И рез! И рез! И рез! Супер! Передохнем немножко, порог будет длинный, придется грести, размяли коленки, ножки. Входим в порог, юманишки! Все, кроссовки все сырые! Немножко домок. Немного сыра просто.
задает вопрос а участник слева. Почему вода темная? Мне всегда интересно было. Вода темная. И она берет свое начало не с гор, не с озер, а с болот. И такая она насыщена торфом, железой, поэтому она такая темная, мутная. Мы прошли порог Юманишки, очень круто, сейчас отдыхаем. Нога затеклась очень сильно. Воды напился на целый день. Порог большой Толли. Мы также сейчас плюхнемся и уходим под правый берег. От старта мы прошли один порог и теперь подошли к порогу большой Толли. По нему уже скатились сюда вниз, причалили на берег. Сейчас мы будем здесь кататься и после этого будем здесь обедать и отдыхать. Вот, собственно, и порог Большой Толли. Здесь очень много камней, и мы сейчас будем здесь кататься на этом пороге. Ну что, друзья, вот я не исключение, я тоже выпал при покатушках на Большом Толли. Ну, хочу сказать, что это, конечно, прикольно, вылететь там, пролететь под водой, но я сразу же старался держать весло, задержал дыхание, потому что меня там немножко покрутило, видимо, в бочке. Если честно, все произошло просто на одно мгновение. Потом я вспомнил слова Ильи, что нужно ногами вперед, и я вцепился в это весло, и просто нереально меня выкинуло течением на берег. И слава богу, что здесь дальше не глубоко, и поэтому я смог встать, но течение достаточно сильное, сносит тебя хорошенько. Но вот до берега удалось добраться. Поймали? А? Вообще, мне на левой больше понравилась сторона. Зато отсюда какой, Николай. Капец. Покатались, честно, очень круто. Эмоции просто захлестывают. И круто с одной стороны, и очень страшно с другой стороны. Просто супер. Сейчас ребята хотят отправиться на самосплав. Это значит, что они будут сплавляться без лодки, просто сами в касках, в спасательных жилетах. Они будут просто прыгать вот с этой скалы. Это просто настоящие экстремалы. Ну, я один раз вылетел, самосплавиться мне уже больше не хочется. Но посмотрим на них. О, желаем удачи и доплыть к берегу целыми невредимыми. Ну скажи, зачем ты это делаешь? Надо попробовать все в этой жизни. Вот то есть просто ты сейчас нырнешь и все? Да.
Но я же не выпал. Герой. Я же не выпал из... Да, ты не выпал, да, ты должен это восполнить. Да, нужно выпасть. Как это, когда ты просто отталкиваешься ногами от скалы и просто летишь, попадаешь в эту воду, а потом... Но первые секунды страшно, потом ты приземляешься в воду, группируешься, смотришь, где у тебя спуск, берешь воздуха, заныриваешь немножечко под воду, ну, всплываешь и спокойненько сюда, в берег плывешь. 5 секунд чистого удовольствия, экстрима и кайфа. Великолепно. Всем советую. Вот мы и накатались, самосплавились, и теперь мы отправляемся в лагерь отдыхать, сушиться и кушать. Это было просто нереально круто, просто супер. Мы сидим в лагере, отдыхаем. Сейчас остается только вспоминать, как это было здорово и экстремально находиться там, в воде. Вообще интересно вспоминать, когда ты находился там, вот будучи здесь уже на берегу. Уже думаешь, ну вот, я уже там был, это здорово. Когда ты там находишься, это, конечно, совершенно другое. Но вот, а сейчас мы уже просто отдыхаем. Мы переоделись, если честно, были все сырые, просто от носков до кепок. И слава богу, что я взял и носки, и трусы, и кофты, и все с собой дополнительно. Я все переодел. И теперь вот наслаждаюсь красивым видом замечательной реки Шуя и ароматным, и наваристым супчиком. Так-то. Вот и закончилось наше очередное приключение. Посмотрите, как это было здорово, активно, очень экстремально. Огромное спасибо туристическому клубу «Чертов стул». Ребята, просто супер, вы супергерои. А как вы там сигали с этой скалы прямо в бочку порога Большого Толли, это просто отдельная история. Я вас хочу попросить, дорогие телезрители, не сидите дома, собирайте рюкзаки, наливайте термосы, заводите свои железные велокони, выходите, заправляйте ваши бензобаки, ваших автомобилей и просто врывайтесь в эту активную природу карельскую. Может быть, и не только карельскую. Просто выходите куда-то, что-то делайте, гуляйте, взбирайтесь на скалах, сплавляйтесь по этим рекам, все что угодно, только не сидите дома. Пожалуйста, очень вас прошу. И вы почувствуете себя очень здорово и свободно. Подумайте об этом на досуге, а я уже с вами прощаюсь. Всем удачи, дай вам Бог здоровья и пока!